Не, ну мы так-то сами виноваты с этими своими видосами. Больше наших пацанов в гвинте, больше турниров, больше призовых мест. А затребка-то одна. Вот и все на Open приехали, да? Ну а нам теперь чего? А мы как всегда. Мы вас поддерживать будем. И знаете что? Сделайте-ка вы нам там. Красиво. Ну, как вы умеете. А мы уж выберем, за кого болеть. Гвинт игра хорошая? Да хорошая, хорошая. Ну, вот и играйте. От лица всех девочек гвинта желаю участникам из СНГ показать внушительный скилл и отменные хайроллы. За нас, за вас и за квас. Я работяга, молодой, а может быть и старый, кто же знает. И в жизни мне нужен герой, который душу залатает. Что еще могу я вам сказать? Ну вот, допустим, я купил мобилу. Бэушная, не надо осуждать. Потратился, купил на юбилей текилу. В мобиле у меня остался гвинт. Признаю сразу, это жопа. Пришлось пойти искать контент. С такого охренел калейдоскопа. По турикам я стал знаток. Ну, Чейза знаю, там и Лаксу, и Никера. 10-й ранг взял, их урок. Опять же, скоро опыт, например. Там пачка наших пацанов, хоть кто-нибудь из них да втащит. Противник там не так суров, их скилл не то чтобы таращит. Играют они ради нас, обычных работяг завода. И тоже буду среди вас, пока просто слабая еще колода. Передаем привет от всех работяг, желаем удачи. Давайте хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь пусть втащит наконец. Счастливо. Совершенно забыл про этот видос, записываю его после матча Швейцарии с Францией. Швейцария выбила Францию. И в связи с этим хочется пожелать, чтобы Чейз сделал то же самое на опене, выбил всех своих противников и прошел на Мастерс, и там за меня отомстил Тейлботу, или Виталику, или Таблиату. Я хочу, чтобы пожелать тебе, чтобы на этом опене мы сидели в айсе всей нашей командой и говорили, что этот пидорас продал мать цыганам за эти хайроллы. Ты обязан тащить, и главное не тильтовать, как ты это умеешь, потому что камбэкнуть всегда можно, нужно просто иметь на это позитивный настрой. Ты мой самый главный гвинт-братюня. Не знаю, что еще сказать. Просто тащи, мужик. Ну, и также хочется сказать Вульфу, чтобы, надеюсь, ты пройдешь до финала, а там братику Чейзу в подвинт трейдишь. Ну, ты понял. Короче, парни, глыхофу. Ну что ж, пацаны и дед, желаю вам удачи на предстоящем турнире. Покажите скилловую и интересную игру. Докажите всем, что наши игроки могут взять Open. Пусть в ваших катках рандом будет благосклонен, ведь гвонт – это игра, где решает не удача, а мастерство. О, здорово, банда! Поздравляю всех с проходом на Open. Это очень круто. У нас 5 человек из СНГ. Вау! Будем за всех болеть, переживать, будем испытывать душевные страдания, когда вы будете играть друг с другом. Надеюсь, это случится лишь однажды до полуфиналов. О, великий Бужа, помоги нам с жеребьевкой. Надеюсь, все будет круто. Ну и ждем первый СНГ-шный финал. Но, блин, если никто из вас и в этот раз не станет победителем, я, честно говоря, даже не знаю. Походу, придется продать все-таки душу дьяволу, чтобы у нас маэстро наконец попал на опен и задал всем там жару своими мужиками на бутылках. В общем, поберегите неокрепшие нервы европейских зрителей. Покажите хорошую игру, вы это можете, а результат уже придет. Любим, целуем, удачи. О, здравствуйте. Ну что можно сказать, тяжело выделить кого-то конкретного, когда на турнире столько классных ребят из СНГ будут сражаться. Хочу пожелать всем без исключения удачи,
И самое главное, получить от игры удовольствие. Ну а когда вам будет приятно, то и нам будет тоже приятно. Так, у нас в эти выходные Open. И в свете данного события я хочу пожелать нашим парням, чтобы они могли показать свой действительный уровень игры, чтобы ничего им не помешало, ни волнения, ни какие-то там ни заходы и ни тому подобная чепуха, чтобы она не помешала вам показать свой действительный уровень игры. И также отдельно я хочу пожелать такому игроку, как Чейз, успеха. Желаю тебе сейчас закрыть этот Open, залутать бабосик, приехать в Харьков, где я, ты, и Forever Yola будем пить пиво. В общем-то, желаю тебе не наложить так же в галифе, как это сделал когда-то Лягуха. Не наложить галифе, как Forever Yola 3.2.2, который до сих пор так и не понял, чем отличается Тирги от Ведьмака в Килии. Поэтому, дружище, надеюсь, что ты выиграешь этот турнир, и где мы тебе после этого в Дискорде скажем, дружище, надеюсь, ну, ты понимаешь. В общем, ребятки, давайте, ебошьте, за всех вас болею. Мужики, вы уже сделали что-то нереальное. Неважно, кто из вас получит путевку на Мастерс, неважно, чей флаг возле вашего ника, покажите хорошую игру. Ребята, я поздравляю вас с выходом на турнир, желаю вам удачи, и главное помните, что смерть за Тимерию – хорошая смерть.